Так и с нашим следующим героем. Группа людей встретилась с детенышем кабана и даже покормила гостя из леса. После обеда зверь убежал в освояси. Сами по себе кабаны не агрессивны, они не ищут встреч с людьми. Скорее, напротив, избегают их. Но если им или потомству сулит опасность, они не отступят. Будут защищаться до последнего, поэтому, отправляясь в лес, не испытывайте судьбу и не теряйте бдительности.